Врач перепутал пациентов и продырявил ногу индийцу с травмой головы. В Индии старший врач государственной больницы в Дели случайно прооперировал ногу пациенту с травмой головы, пишет Ньюс-18. Доктор перепутал пациентов и проделал отверстие в ноге индийца, получившего повреждение головы и лица во время аварии, чтобы вставить туда штифт. Главный врач больницы Аджай Бахл отметил, что процедура проводилась под наркозом, поэтому больной не осознавал, что с ним делают, и никак не мог этому помешать. Как только руководство больницы узнало о произошедшем, пациенту провели операцию по извлечению штифта. Врачу, который совершил ошибку, разрешили проводить операции только в присутствии руководства. В начале апреля сообщалось о канадском враче, который тайно оплодотворил собственных пациенток во время процедуры искусственного оплодотворения. На него подали в суд 11 человек, родители которых пользовались услугами врача. Результаты ДНК-анализа показали, что врач был их биологическим отцом. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента Дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.